Более 2,5 миллионов подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина собрали в России. В региональном избирательном штабе итоги кампании подвели его сопредседатели вместе с волонтерами. Иркутская область в числе лучших регионов страны по качеству собранных подписей. Сейчас их уже передали в Москву. В ближайшее время вместе с подписными листами из других регионов России их отправят в Центральную избирательную комиссию. Может, я хотел внести какой-то вклад на благо нашей страны, на благо нашего общества. Сама кампания прошла очень хорошо, люди активно оставляли подпись, приходили, оставляли свою подпись, и проблем не было никаких. Качество подготовки самих волонтеров очень высокое, они юридически подкованы, были с ними была проведена работа, да, они были проинструктированы, поэтому у нас очень высокий уровень именно организационный.